пространство мы рвем на части, не понимая порой, что рвем мы себя в одночасье, теряя в душе покой. Покой нам действительно снится, его не найти порой, и мы, как лишняя спица, теряем дорогу домой. Все мечемся в суе кромешной, составленной из грехов, и словно совсем помешанная на фоне великих долгов. Все мечемся, сил не жалея, на каторжный труд без смысла. Не знаем, что дух важнее, теряем себя без умысла. Когда же придет мудрость, пройдет и в душе печаль? Когда же откроет премудрость духовную в нас печать? Откроет пространство нам веки, прольется духовный свет, и станем тогда навеки стяжавшими Бога завет. Катрина Цабсолют от 13 октября 2016 года.